Всем привет, продолжаем играть в Mountain Blade. Сегодня мы с вами попробуем захватить замок, который называется Вейнкурт. И после этого мы с вами отправимся в Тир, а потом в Эрчик. Хотя вполне возможно, что я в Эрчик или Тир кому-нибудь отдам. Скорее всего, в Эрчик, он не очень расстроенный у меня. Поэтому вполне возможно. Извините, я не понял, что это было. Меня почему-то проскочило не туда. Готовим штурмовые лестницы и идем в штурм. Штурмуем. Да, я в прошлой серии поменял себе наконец-то шлем на другой. Он немножко слабее по защите, чем мой был. Но он не мешает мне хотя бы стрелять. Да что за фигня, я же в него попал. Ладно. Немножко обновил снаряжение своего отряда, кому докинул брони, кому докинул лучший меч, кому топор и все такое. Как кому смог, так тому и помог, так сказать. Хотел в затылок ему выстрелить, не получилось. Так, там уже мои. Там хергит странный какой-то, ну ладно. Не говорить о странностях, да? Сам виноват. Поздно отпустил. Все, мои отправляются в атаку. Я стою и пытаюсь отстреливаться от всех, кого получается. Если не получается, не отстреливаюсь. Надо еще выше брать, вот так. Есть один. Пытаются по мне попасть. Ну-ну. Удачи им в этом. А, я вижу, откуда стреляют. Сейчас посмотрим, можно ли их обойти и зайти к ним туда. Ну, это как интересно, слушайте. Тут, оказывается, можно и сюда зайти. И выше подняться. А что на самом верху? Извините за мое любопытство, просто реально интересно ж. Угу, то есть тут, по сути, башня, но стрелять отсюда не очень удобно, поскольку ты все равно не видишь ни черта. Рыцаря убили одного. Плохо, плохо. Ну, ничего страшного. Ты чё тут стоишь один? Как дурачок неприкаянный. Ты типа всех тут убил, а потом остановился, потому что понял, что выбраться не можешь или что? Йоу, наемный рыцарь.
неудобно, когда ты взял прикрываться от меча, а тебе в глаз болт прилетел. Вот так. Красиво. И не напряжно. Так, ладно. Они там уже пошли куда-то. Пора идти воевать вручную, так сказать. Нарезать их на листы капусты. Все? Да, это был все. В принципе, этот замок был полегче. Я так понимаю. Нет, смотрите, даже никого не нужно будет выбивать, спасать и все такое. Замок мы отбили и все. Хм, даже как-то простенько оказалось. С этим замком, по крайней мере. Так, хорошо, кому мы отдадим его? Деспину давайте. А в Лану надо будет что-то закинуть, а то он как обиделся на меня. Зато мы с вами закончили с этим замком. Он теперь наш. Как видите, у нас так красивенько, красненько и все. Этот полуостров, который разделен рекой, остался. И те земли, которые султанату и так принадлежали все время. Мы с вами смещаемся в Тир, потому что я хочу произвести кое-какие изменения. Давайте посмотрим, что там кто. Или мне показалось, что кто-то что-то сделал. Мне показалось, да? Самое смешное, что если... О, смотрите. Талбар. Я Талбара помню, кстати. Он был же из Радока тоже. Борча. Борча мне не нужен, спасибо. Так, давайте-ка улучшим. 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 Конные стражи. Всадник. Улучшим. Улучшим. Сестра меча. Хорошо. Все будет хорошо. Стоп, там кто-то еще был. Только что был Борча и еще кто-то. Я кого-то видел. Ага, Катрин. А, работорговец. Он забирает всех по одной цене, к сожалению, но зато не нужно их с собой таскать. Что весьма удобно. Гарнизон, направляемся в замок. В замке у нас все тихо. Один кто-то стоит, это кто? Хамизан. Так, подождите, я хотел, знаете, что узнать. Ладно, извините, не то. Вот. Друлик это какой-то. Влан, 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 вот. Сейчас мы этому Влану закинем пару деревень. А чё, я не быдло. В своем доме скажу, как хочу. Мне так удобно. Так, Риндьяр. Риндьяр, Риндьяр. Риндьяр, а, да. Где там этот Влан? Влан, 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 Влан. Что-то я его не вижу тут. А, вот. Минус 7 у Влана. Минус... Хамезан минус 77. Кулум
Делинарду. Гуласин. Гуласин, Гуласин. Гарольд Гарнто. А вот. Гуласен. Делинард, Гуласен. Нуаму. Да, давайте Нуаму насыпем парочку. Мужик старается, мужик делает. Делинарду не нравится. Где там Нуам? Тебе еще одну. Делинард минус 40. А, вот, Рудин. Давайте Рудину закинем что-нибудь. Где там этот Рудин? Вот Рудин. А, минус 42 Делинард. Минус 24 Дундуш. Гарольд минус 26. Так, Дундуш, Гарольд. Дундуш, Гарольд. Дундуш, Гарольд. Дундуш. Минус 14. Акадан. Минус 30. Акадан, говорите, да? Ну-ка, где там? Акадан. Делинард. Дундуш. Акадан. Так. Логарсон. Давайте Логарсону отдадим. Где этот Логарсон? Я не вижу его. Вот Логарсон. Делинард, Друли. Друли. Кадан и Гуласен. Друли. Давайте Друли накинем. Хугу, Дундук, Нудар. Друли. Делинарду еще надо. Тайза уже проснулся, тоже недовольный. Давайте Тайзе накинем. Тайза. Тайза и Делинард. Еще один Тайза накинем. Так, Друли еще один. Друли, Друли, Друли. Где у нас Друли этот? Друли, Друли. Плейс. А что у меня осталось? Сизлик, Джамиш, Верчек, Джамиш. Что за Джамиш? Я не помню, что за Джамиш, поэтому давайте его отдадим. Как там этот, блин, дурак назывался, а? Ай, сейчас. Минуту, пожалуйста, я уже забыл, как он назывался. Отношениях, так. Акадан. Блан, минус 14. Нуам, минус 22. Ай, ладно. Кадан. Давайте Акадану этому накинем что-то. Хотя подождите, что такое Джамиш? Джамиш, Джамиш, Джамиш. Джамиш. Это, наверное, деревня какая-то моя. Джамиш. Джаек.
Вот что это деревня возле замка Джамиш. Я думаю, что-то знакомое, я не могу никак додуматься, что за фигня. Хотя нет, я ее себе оставлю, идите вы нахрен. Так, извините, это не то. Верчик. Ничего себе, возле тира замечены небольшие отряды врага. Это кто там такой яростный, блин? Возле моего города трется. Что-то я не вижу никого. Ладно, давайте дальше. Все-таки доедем в Эрчик. Да, забирай. У меня там еще сидит парочка твоих. Так, гарнизон. Конные стражи. Конные латники. Рыцарь-страж. Рыцарь-страж, говорю. Ай, боже, куда меня несет? Наемные рыцари, хорошо. Бродяга. Что у нас на втором этаже есть? Пусто у нас на втором этаже, хорошо. Рыночная площадь, оружие. Посмотрим, что тут из оружия есть хорошего. Древковое 42-22. На тебе гнилую свинину. И, в принципе, тебе больше нечего дать мне. 58-19, ничего себе. Прям как мой. Touch в touch. Давайте вот это возьмем. 52 тысячи. Давайте я сейчас на кого-нибудь надену и вот этот возьмем. Вечно забываю, что иногда нужно прокручивать, потому что слишком мало. Клетти, а ну-ка, что у тебя со снаряжением, Клетти? 51, нормально. Да ваши. 52. Да, в принципе, тоже нормально, может там кто-то есть. Матильд. Зря что ли купил? Марнит. 51. Ну, на тебе 58 будешь. 52. 23. Хоть ноги поменяю. Плюс 5, плюс 5. Тут 30. Фигня, в общем. 50-18, я так понял, никому не надо, да? Рольф. А нет, надо. Хорошо. Рольф теперь красный рыцарь. Ну, ну-ка, что у тебя тут? 54 плюс 5. 33. Да ты вообще у нас за этот... Ферентис хорошо закован. 52, 14, плюс 3. Вот это вот давай ему заменим. Плюс 3 на плюс 5. 14 на 30. Можешь, нет? Сколько? 9 силы у него ж нету. Сил, да, я забыл. Ну ладно, ладно. Хорошо, все остальное продаем сейчас в Эрчике. Смотрим. Посредник, путешественник, наемный мечник. Забираем. Гарнизон Верчика. 5 наемных мечников вам. Рыночная. Торговец оружием. Хотя нет, дай ботинки обратно. Сейчас 9 сил этому дебилу добью.
Нет. Хорошо. Давай назад. Доспехи. Доспехи я только что закинул туда денег. Там хватит. Сможет рассчитаться со мной только так. Так, 98, уже хоть что-то. В принципе, мы с вами можем двигаться в сторону врага. Так, возле тира находятся какие-то... Я знаю, кто там ездит. Один вот этот вот идиот, который бегал возле меня. Который с... не из ханства, а один вот этот. Не, из ханства, но один он бегал тут. Тоже отголоски старой империи, блин, называется. Что у меня тут? Тир, Верчик, Джим. Верчик я уже... забыл. Брал себе. Я там его улучшил как мог. Угу. Хорошо. В принципе, мы с вами закончили тут. Отправимся в следующий раз мы на Харингтон. Харингот. Захватывать. Скорее всего. И дальше будем подниматься к Ялену по этим замкам. То есть дальше идет либо Марас, либо сразу Ялан. Потом Кульмар, Этроск и так дальше. Пока мы не захватим все вплоть до Вилуки. Но это все будет уже в следующей серии. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем пока.